Акнаше прошло первое судебное заседание с участием присяжных в районном суде. Народные заседатели вынесли свой вердикт по уголовному делу. Раньше присяжные могли участвовать только в процессах под патронажем Верховного суда. Но в связи с изменениями в законодательстве подобная практика теперь применяется и в муниципалитетах. По закону подсудимый может выбрать суд присяжных, если его обвиняют в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, или в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере. В Канаше 53-летний мужчина убил своего соседа по общежитию в процессе спора из-за того, какая команда выиграет чемпионат России по футболу. Ценой вопроса стала человеческая жизнь. 2 мая текущего года подсудимый, находясь у себя дома в городе Канаш, в ходе ссоры, которая возникла на почве спора со своим знакомым о победителе чемпионата России по футболу, нанес один удар ножом в область сердца потерпевшему, которому было 65 лет. После чего потерпевший ушел в свою комнату и через непродолжительное время скончался на месте преступления. В Канашском районном суде Чувашской республики провозглашен обвинительный вердикт коллегии присяжных-заседателей по первому уголовному делу, который рассмотрен именно с участием присяжных в суде районного звена. 6 присяжных заседателей единогласно признали виновными жителя Канаша в убийстве соседа. Суд назначил ему наказание 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.